Приветствую вас. В первую очередь хочется сказать, что не совсем понятен вот этот момент. Как так вы из одного города, но на расстоянии встречалась? Это первое. Второе. Вообще говоря, да, ситуация, в принципе, нормальная, потому что на расстоянии встречаться действительно тяжело, вот, и без, вот, ну, без перспективы встречи, да, без перспективы встречи, действительно очень сложно быть на расстоянии, вот, поэтому тут как бы такой момент, он двоякий, да, то есть, с одной стороны, вас я, конечно, понимаю очень хорошо, вот, понимаю, что вам больно, понимаю, что вам тяжело, что вам трудно, вот, а с другой стороны, не совсем понятно, как бы, во-первых, что вас там с человеком объединяло, да, то, что вы там вместе были, вот. А второе, почему, живя в одном городе, вы на расстоянии встречались? И в-третьих, это что же все-таки произошло, что вы расстались, из-за чего вы расставали? Вот. Может ли быть такая штука, что у вас там недостаточно общего, вот, ну, просто вот между вами, да, недостаточно общего, к примеру, вот, может быть, какая-то еще история, но все это нужно исследовать в любом случае и смотреть, что произошло, вот. Что касается вашего вопроса, понимаете, вот тут момент очень важный, на мой взгляд. Смотрите, дело в том, что любовь, она как раз таки предполагает такую возможность для людей, да, опустить. То есть любовь, она вот как раз предполагает возможность отпускать, если это любовь. Если же вы отпустить человека не готовы, то значит тут не совсем о любви идет речь. Если вы человека не готовы отпускать, значит, вы его не только любите, но еще и в нем нуждаетесь почему-то. Вот, то есть у вас почему-то нужда есть в нем, вот, и это очень важная история, почему у вас есть нужда в человеке, вот, потому что вы нуждаетесь в нем настолько, что пытаетесь понять, любил ли он вас или нет, вот. Это вот такой момент. Такой момент и достаточно важный момент. Вот. Следующее, то, что вы воспринимаете на свой счет, то есть в вашей, вот, вашей системе представлений, да, о себе. Эта история достаточно серьезный аргумент. Для вас. Эта ситуация достаточно серьезный аргумент. Для вас. То есть вы, вот, условно говоря, опираетесь на эту ситуацию. Вот. Для того, чтобы формировать, именно формировать, значит,
свои представления. Свои представления вы себе. Вот. Значит, хорошо ли это для вас? Нет, скорее нет. Потому что, ну, нельзя в отношениях, да, использовать людей и то, как они себя ведут по отношению к вам, как аргумент вот, в споре, да, с самой собой относительно того, там, допустим, достойны ли вы любви, например. Или там, может быть, еще какие-то нюансы. Ну, могут быть еще какие-то нюансы, да? Вот. То есть вот это все нужно разгрузить, понимаете? Вот, слишком много сейчас на ваших отношениях с мужчиной завязано, вот, слишком много, просто слишком много именно завязано, вот, слишком много, как бы так сказать, слишком много всего в этих отношениях. Вот. И это, конечно, тяжело. Это, конечно, тяжело. Это, конечно, очень напряжно. Вот. Еще я увидел, что вы в той или иной степени сравниваете себя, кажется, с другой девушкой. Вот, если это так, то тут еще один очень важный момент, да, что, ну, почему вы сравниваете себя с другой девочкой, почему вы сравниваете себя с кем-то, вот. Вполне вероятно, что у мужчины с ней будет такая же история, потому что опять отношения на расстоянии опять, да, вот, опять отношения, по сути, ну, такие, ну, фейковые, можно сказать, фейковые отношения, вот, и как бы есть ощущение, что вы в этом себе отчет не отдаете. Вот. Таким образом, можно сказать, что отпустить человека вам мешает именно потребность в нем. Вот. Именно потребность. И, соответственно, разобраться в том, вот, о каких именно потребностях идет речь здесь, и научиться их самостоятельно реализовывать, вот, и есть задача, вот, ну, наша с вами задача, да, если мы говорим о психологической составляющей, вот, и есть наша с вами задача с этим разобраться и вам помочь. Помочь вам найти выход из этой ситуации. Вот. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен, как минимум. Если он понравился вам, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я вам желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом.